Привет всем, друзья! Это канал «Сосиска в тесте». Мы продолжаем карьеру за Washington Capitals в NHL 15. Ну что ж, у нас сегодня матч с Дьяволами. С Нью-Йорк. С Нью-Джерси. С Нью-Йорк. С Нью-Джерси играем мы. Так что, надеюсь, в этом матче мы одержим победу. И сможем уже догнать по победам Питтсбург нашей конференции, но пока у нас все достаточно плохо складывается, и сейчас мы с вами попробуем все-таки улучшить наши позиции. Как вы видели на стриме, да, я выиграл одну встречу и три проиграл подряд, так что сейчас нам нужно брать 2 очка, такие нужные для нас, чтобы уже показать всем, что Washington Capitals может, и Саня Овечкин еще готов забрасывать и забрасывать. Ну что ж, первое звено у нас Малкин, Овечкин и Йоханссон. Поехали. Малкин сразу же прыгает опять вбрасывание. Альзнер. Хорош. Хорошо, Йоханссон. Через Саню. Саню держит. Держит Санька. Нет, не получилось выйти из-под этого прессинга. Ягор. Ягор, Ягор. Ты могуч. Ты промажешь. Кто у нас? Опять Оприк стоит, что ли? Ой, Оприк. Какой Оприк стоит? Оприк у нас защитник. Йоханссон, вошли. Вот он, Оприк. Бросал и попал прямо в вратаря. Не успел Александр Овечкин уйти из зоны, как Йоханссон в нее вошел. Оп, аккуратно. Ой, опять получили по мордасам. Так, нужно аккуратно сейчас играть. Перехват, лайк. Перехватик хороший. Теперь перехват у нас. Так, бэкстрим. Не получается у нас. Своего же попадаем, бэкстрим. Хелен. Хорошо защита, хорошо, молодцы. Бэкстрим. Да что ж такое-то, Чимера. Прошел. Пошел, брось. Чимера. Борьба, борьба. Жесткая. Хорошо. Кузнецов. Кузнецов попытался накрутить, не получилось. Роуту. Хорошо, Фехар. Хорошо, сейчас он отыграл. Можно ему поставить здесь оценочку хорошую. Александр Овечкин с Лэнди там. Малкин. Малкин, молодец. Малкин. Овечкин, ух. Александр бросал достаточно так зряче. Молодец. Так, вышло четвертое звено у нас. Кеннеди. Ну уже добиваем. Нет, Вилсон. 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 Нет. Вилсон не смог бросить и добить. Так, второе звено. Снова прыгаем вбрасывание. Что-то как-то у нас не очень хорошо складывается на точке вбрасывания. Бэкстрим.
Ух! Дали возможность. И 5 дали возможность бросить. Альзнер! Йоханссон подставлял клюшку. Не Йоханссон, кстати, а Бэкстрим. Что ж, первый период заканчивается. Пока счет 0-0. По броскам мы на 4 броска впереди. Так что и у нас было больше шансов, чем у Нью-Джерси. Альзнер должен... Нет. Хорошо. Малкин. Евгений. Вбрасывание. Вбрасывание у ворот дьяволов. Второе звено. Не получилось подобрать шайбу, сразу же бросить. Хорошо, встаем, 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 встаем. Лайк, ну что ж такое-то. Хилен просто уничтожил сейчас парня. Ай. Показали нам сейчас Александра Овечкина, злого. То, что ему не удается этот сезон совершенно. Альзнер. Кузнецов. Борьбу, борьбу. Ох, сейчас было так как красиво бы сыграно, а? Если попали по воротам, парни. Отлично. И по газулям, по газулям. Ворд. Овечкин. Овечкин был на пятаке, мог подставлять клюшку, но этого он не сделал. Второе звено опять на льду. Лайк Бэкстрим и Бауэр. Бэкстрим снова выигрывает. Орпик. Оприк. Орлов. Хилен. Все, третье звено защитников у нас сейчас. Бросали в ближний угол, пытались показать, что мы те еще снайпера. Ну же! Давай. Ах ты! Не получается. Хилен. Хорошо. Лэнди. Йоханссон. Нет. Александр, ну что ж такое-то? Пехар. Хороший защитник, кстати. Замечательно сместился у нас вратарь. Йоханссон. Вбрасывание опять. Второй период опять 0-0 все еще. Сколько же может так быть? 14 шайб уже отбил вратарь Нью-Джерси. Кричат там фанаты. Мешает нам сосредоточиться. И сейчас может быть удаление. Первое удаление в матче. Удаляется Уорд. Вроде как. Ну что ж, Евгений Малкин с Йоханссоном. В меньшинстве играют. Тут ошибка. Петерс. Малкин. Малкин. Над плечом просто шайба сейчас пролетела. Альзнер. Хорошо. Входим. Евгений, ну что ж ты?
Остается всего лишь 50 секунд до конца. Вовремя лег под шайбу. Так, Малкин. Не получилось обмануть. Не получилось снова обмануть защитников. Хорошо. Малкин. Второй период заканчивается опять же 0-0. Что же поделать-то? Посмотрите, на 10 бросков мы перебросали просто соперника. И забросить до сих пор мы не смогли. Проброс, говоришь, судья? Проброс, говоришь? Да я не... Блин. Овечкин у нас втесался в драку. Ну, ты ж не Радулов. Ты ж Овечкин. Против. На. Ну вот так вот хотя бы. Хоть победить. Красота. Почему начали драться, совершенно непонятно. В начале матча, смотрите, что он сделал тут. Протормозил и... Ларсон, дебил просто. Налетел на Сашку Овечкина. Малкин хорош. Лайку. Йоханссон. Йоханссон. Штанга! Штанга нас сейчас подводит. И то, как играет Петр сейчас в рамах, а? Лайк. Ну как же так-то? Лайк, вставай там уже давай. Прессинг, прессинг. Клоуи. Малкин. Лайк. Уорд. Ух. Попали все-таки мы вратаря сейчас. Я думал, все-таки сможем его пробить, но нет. Ой, Уорд. Удаление. Опять же за подножку. Ну что ж такое-то, ребят? Ну что это? Какая-то недисциплинированная игра-то у нас получается. Лайк. Шайба вышла, но ненадолго из зоны. Хилен. Хорош, Петерс. Мимо. Бэкстрим. Лайк. Есть контакт. Альзнер. Не получается вообще ничего в этой игре. Совершенно. Ни у той, ни у другой команды. Лайк пошел, пошел, пошел. Лайк встал. Подобрал. Да господи, сколько же можно его лупить? Лупить-то. Ух, почти. Почти шайба оказалась в воротах. Альзнер. Альзнер. Да и снова драка. Нет, я не буду драться. Я не буду драться, ребят. Не хочу. Тут удаление у меня будет сейчас. 4 на 4. Все это навсего. Снова вбрасывание. Малкин. Овечки. Ну что ж, это звено у нас может отличиться. Хороший щелчок. Малкин опять на вбрасывание. Понизу бросали. Малкин. Дальними бросками мы сейчас терроризируем команду соперника. Пытаемся все-таки забросить.
Нетушки, я хочу отобрать шайбу. Не получилось. Да, Вард, ну ты что? Сегодня три раза ударился просто за подножки. Три удаления за подножки. Ну капец. Еще одну. Ой, ё-моё. Все, это капец. Это расстрел. Это расстрел. Это же пень. Ну, ты что делаешь? Малкин. Полетела шайба. Пробросик может быть. Да, есть проброс. Отлично. 42 секунды у нас есть. Бэкстрим вышел. Опять проигрываем вбрасывание. Отбито. Вынос. На, получи там кто-нибудь в голову просто. А выиграть-то кто должен? Вбрасывание-то, а? Тихо. Хорошо. Все, отлично, 5 на 5. Есть контакт. Йоханссон. Ворд. Если бы Ворд ты сейчас ударился еще, я бы тебе такого бы пенделя дал из команды, а? Нет. Это просто футбол какой-то уже, ребятки. Да первый же... Да чтоб тебя съели, блин, за минуту до конца удаления. Это капец. Выстрел. Хорош. В оборонке отыграть. В оборонке отыграть. В оборонке отыграть. В оборонке отыграть. Мимо. Так. 30 секунд. 30 секунд. Нет! А забросить-то надо же было сейчас. Ой, хорош. Петерс, Петерс. 5 секунд. 9 секунд. 9 секунд, Петерс. Молодец сейчас. Выиграем, выиграем и выбрасываем просто шайбу. Да опять в кого-то там прилетело, а? Есть контакт. Ну что ж, овертаймище. Овертаймище у нас сейчас. Овертаймище. В два раза больше у нас бросков, больше времени в атаке, но толку так же, как и результат на табло. Ноль. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, как плохо. Ой, сейчас плохо будет кому-то. Бэкстрим. Бэкстрим. Хотел в юбку, в домик. Ну, где же наш там выходящий игрок-то? Ой, хорош, Петерс. Лежать, Петерс. Петерс, ты бог. Бог, бог. Все. Кто оставил его там? Непонятно. Где защитник был? Непонятно. Что он делал? Отдыхал.
Вот он где был. Он был у борта. И ехал к нему. Отлично просто. Бедный Петерс. Все, что мог, он сделал в этом матче. Поиграли 1-0, ребятки. Футбол. Россия-Австрия отдыхает. Ну что ж. Проиграли. Получили всего лишь одно очко, потому что проиграли мы в овертайме. Увидимся с вами уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте про комментарии. Всем пока!